Рады, что вы посетили наш канал Life Beautiful. Сегодня мы вам расскажем о дате выхода пятой серии турецкого сериала «Мария и Мустафа» и вспомним об анонсе прошлой серии. Пятая серия выйдет на экраны Турции 4 октября, а в русской озвучке сможете просмотреть через 1-2 дня. А вы не забывайте подписаться и написать комментарий. Ранее в сериале «Мария и Мустафа» мы увидели, как Мустафа решает найти того, кто организировал поджог. Для этого он обратился за помощью к давнему знакомому и попросил его найти любыми способами поджигателя и, самое главное, заказчика. Уже давно стало ясно, что пожар не был случайным, и это кто-то специально устроил. Мустафе даже удалось найти этому доказательство. Мустафы отец был очень властным человеком, и он всегда разговаривал жестоко и говорил все прямо. Для своего сына он выбрал подходящую невесту и предупредил девушку о том, что в этом доме ей будет совсем непросто. Она должна быть к этому готова, и если хочет быть рядом с Мустафой, то должна подчиняться установленным правилам в доме. Только девушке очень сложно, и она считает, что не может справиться с таким испытанием, и для нее это словно ад. Начинает распространяется новость о том, что Мустафа собирается сбежать вместе с Марией. Самой же Марии придется принять важное решение, от которого будет зависеть ее дальнейшая судьба. Несмотря на все неприятности, Мустафа не собирается отказываться от своей возлюбленной, и он готов сделать все, чтобы быть рядом с Марией. В этот момент Марии начинает угрожать большая опасность. Нравится сериал? Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. А мы напоминаем, что пятая серия выйдет на экраны уже 4 октября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.